Всем привет, дорогие друзья! Call of Duty 2! Мы продолжаем как раз таки бегать, мучиться и радоваться, кстати. Мы с вами на Гарантане, как я уже сказал. Это самая карта, которая в первой части была. Да. Перезагрузка, так сказать. Ну, тут не слышно, потому что... Да, здесь у меня... Эквалайдер, как обычно, предоставите эквалайдер, как я... Псу, я просто бросил. Кто там взорвался? А, псу! Секунду назад я был... Так, минуту. Прошло 15 часов. Нет. Капец. Очень прикольно. Как-то. Я тут. Угу. А что так прыгает? Без понятия. Надо было, ну ладно. Ну где косточка? Я ищу. Я походу. Да. Эхо поменьше сделай. Очень сильно напрягает. Это походу не я. Да я, бля, ты же этот. Вот. Так получше. Чё? Я хотел как бы подчеркнуть ничего, ну ладно. Ну как бы у тебя это самое привлек внимание. Потом уйти. Ну да. Офигеть. Секундочку. Небольшая реклама. Останьтесь.
Тихо-тихо ходит. Клендер. Тихо-тихо ходит. Ходит Клендер. Вот вы оборачиваете, пожалуйста. Я не понял. Сказал не оборачиваться, а сам повернулся. Опять ты? Я ухожу. Я не видел. Не, Кот, знаешь, чем прикольно? Я хотел, чтобы ты просто отвернулся, не двигая. Типа, на твой взгляд, повернуть, то я тебе вот так вот шифтом убил. Вот типа, типа с криндом. Даже так? Я подаюсь. Я подаюсь. Бывают и такие казусы. Ой, ё-моё.
Я испугаюсь, не подаю, как ты понимал. Ой, спасибо за винтовку. Бар это. Да. Кто, 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 кто? Никого. Реклама. Ладно. Ну, читайте, читайте вывод, потому что я тебя... Ты раз... А почему пианино не... Пианино почему не работает, хотя он работал. Ну, да, F нажимал. Там он говорит, ла-ла-ла-ла. Ну там же классно только колда есть. Есть товар колба. Я очень давно хотел вторую. Потому что... Потому что вторую потому что... Так. Блин! Сука! Тебе повезло! Я попал на перезарядку. Ну да, кстати, тебя... Когда дунуло. Там 98. Да, я успел оружие поменять. Потому что... А где я? О, я помню, ты мне так кто-то монастил. Я что-то не припомнишь. А, здесь был пулемет. Опасность. Там монастил, и сегодня пулемет какой-то есть. Ну, где, где точка спальни, по-моему, как там? Хотел бы какой-то. Так. Ноги Леди Гаги. Сколько, блин, я пугался. О, Максим, я поехал. Ла-ла-ла-ла. Нет. А вы где? Кредит на гадкого койота. Гадкий кольё. Короче, эта неделя у меня последняя, потому что надо их каникулы. Я не знаю, может быть, я на каникулы здесь буду после Нового года, я не знаю. Тут проблема в том, что... Как родители будут относиться. Много чего. Надеюсь, что я здесь буду, хотя бы там подождать записывать там. Кредиты там. Это да. Четвертый и пятый мы заплатим. У тебя кто платил, должен пятый работать, потому что как у Олега работает. Кстати, у пятого, я думаю, что сила должна быть большая. Потому что, во-первых, нужно карты и дезматься, так и в компании резюме. То есть, тут будут одинокие карты, будут вдвоем походить на местную игру. Вот это реально два сезона будет. Можно. На тот блок оптик из линии я не знаю, либо не получится, либо буду думать, что делать. Вряд ли. Тут надо мультиплеер как-то фиксить. Может быть найду, попробую. Это потом уже. Где ты, Кость? Бар Томпсон. Бар Томпсон, да, Костя будет валяться. Все вкусно. Блин, блин. У меня голова болит, я просто... Ну, почему бар тупой у меня попался? Ой. Не полагаю, что. Ты не гулять, Коль? Я потому что игра свернулась. А. От неожиданности. Ты в окне ты бегает? Я буду голосование сделать на хвостную карту. Что, я говна вижу? А? Сравняли счет. Ноу!
Почему пистолет не работает? Лишь я! Алла Крёс, какая-то это Египет. Аламейн. Египет, короче. Эль Аламейн Египет. Вот это какая-то я помню, она была ледяной книгой. Так. Блин, надо это будет темновато, ну ладно. Граната на ночь. Где? Я прячусь. Я так, куда я должен идти? Кто там? Постучите три раза. Я ничего не вижу. Вот на записи темновато. На записи будет темно. Не такой выбор. А, ну да, ноги. Тут на темно. Алло! Сцена я с пулеметом, блин. А вы где? Где? Я на тебе говорю. А, ты закрытый? Никого нету. А-а-а! Неожиданно, правда? Ну что это не скучно? Я хотел Спрена убить. Опа, там что кто-то летает. Да иди ты! Фух, спасибо за блин! Нет, спасибо. А вы знаете, что при этом тяжело управлять? Где? В Курганде. В магазине прыгнут. Да что так пугает-то? Без понятия. Блядь. Где ты меня находишь? Объясни, пожалуйста. Я просто смотрю, там кто-то какой-то черный оттолсит. Мы сейчас на это исправим. Черный, да? Я опять, мне кажется, черный вижу. Вот это просто... Я между прочим, что я играю. Они 720 там. Ага. Я тупо вижу каждую маленькую деталь. И опять что-то будет. Была проблема, кстати. НЕЕЕТ! Я тебя даже не видел. Ты мне когда-то порвал, я ухожу. Знаешь, это граната вкусная. Вот это бренд ТВ. Ха-ха! Бренд ТВ! Бренд ТВ зато сюда будет! Иди сюда! Давай! Нет, спасибо! Нет, выход! Пойди! Выход? Какой выход? Я хотел как бы этот план поменять. Где я? Я ни разу не видел, как еще Брэн стреляет. Ой, точнее Энтон. Успел. Ну, считай, тебе повезло. Я успел. Ну, это не пел, за тебе далеко. Далеко? Далеко, сэр, были, сами это как далеко! Где? Подожди, сейчас будет. А! А ты крыса! Я к нему говорю, я какую маленькую деталь вижу, что движется? Чем мы это исправим? Нет! Стоп! Хо-хо-хо, ты с оптикой или без оптики? С оптикой? С оптикой? Да. Да. Чай. Ну да, ну у тебя оптика была, поэтому... Хотя у меня будет оптика. Ты? О, спасибо! Да,
Томпсон вкусный. Откуда Томпсон, кстати? Да, валялся где-то. В этом самом. Блядь, я так и гнал! Граната вкусная! Три гранаты. Напугали. Что? Не показалось? Я умираю, Костя! Я ж тебя еще не подстрелил. Какой-то звук летает, я слышу. Кто там летает? Без понятия. Не. Блядь. Ну страшно. Ну страшно. Никого. Вот это. Не. Гранаты бесплатно. Никого. Никого. Где все? Вообще никого не вижу. Такое ощущение, что ты где-то спишь. Я сплю. Получай. Я вообще никого не слышу. Упс, а рядом со мной была мина. Какая мина? Которую чуть не подорвала меня. Ну где ты там? А ты где? Я иду. Дышь. Спасибо за патроны. Какие патроны? Вот тебе патроны на ночь. Я видел. Ты понимаешь, я взял бомбовик. Я решил против пойти в бункер, где он там был. Ай-яй-яй-яй-яй! Вот тебе граната на ночь. Блядь. Мощно ты прокинул. Блин, я вообще спидок пошел. Блин, что это за... Не, я просто хотел проверить, дай вот эту другую сторону всю. Трубай, трубай, трубай! Граната. Граната на ночь. Ну и... Серьезно? Окей. Бам-бам. Блин.
Никогда не думал, что... Откуда добавил у тебя? А, ну да. Штатный. Неизвестно, откуда ты вылезешь. Что? А вы где? Ну где эта шевелюра бесплатная? Беспалевная точнее. Граната? Слышу гранату. Ничего не наблюдаю. О, спасибо! Какое спасибо? От какого спасибо? Я давай взял обратно, который я потерял. Да! Да ты... А, типа, да ладно, до блока попадает? Граната! Не-не-не-не-не-не! Граната! Я ухожу! Да топ ты делаешь? Не, у меня оружие само стреляет. Я просто держу кнопку стрельбы и само. Закидай. Да ты прикалываешься, да? Надо лечь. Вот, блин! Ну, это фигово. За почему я все время не успеваю? Это как вообще? Как ты успеваешь? Вот сейчас ты не успеешь, потому что я... Потому что я... Уже иду к тебе, чтобы дать... Инфрейд поднять мои чизы, инфрейд? Офигеть, кто-то еще Брэн оставил. Это я потерял. Походу. Осталось 2 минуты. А вот это не помогает, кстати, запись у скоро. Как непривычно. Где? Я не попаду, мне кажется. Дым! Офигеть! Дым пустил, и все равно нифига. Я тоже кинул пустил дым. Ой, все воняет. Все воняет. Я отбил тебя. Ла! Сейчас ты падай, подожди. Меня так расстреливать, походу. А, я знаю, где тебя приду. Гранаты всякие. Сам он гаснет в течение дня. Ага. Ты ведь сейчас получишь юридические... Перезарядочка миллиардовая. Так хотя это перезарядка, хочу, я ухожу пока. Я должен успеть!
Ну а там как его создать? Кстати, пальцы вверх и подписывайтесь, а главное нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем пока!